Здравствуйте, Марина Васильевна. Мы студенты группы I-182, Суржиков и Швалов. Хотим вам защитить лабу по компараторам. Даня, давай. Да, ну вот наша схема. И если кратко, то компаратор — это устройство, сравнивающее входное напряжение и опорное напряжение. Опорное напряжение на схеме находится на инвертирующем входе у нас, а входное находится на инвертирующем входе. Да. Покажем теперь временную характеристику. Вот, сейчас. Да. Так. Так, сейчас тут не то. Так. Входное, опорное, выходное. Вот. Вот наша характеристика. Видим, что вот входной сигнал. Это у нас выходной сигнал и это опорный сигнал. Входной сигнал имеет форму синусоидальную. Вот сейчас мы можем показать. В принципе, здесь он идет приблизительно от минус 5 до 5. И выходной сигнал у нас принимает значение от, ну, приблизительно минус 15 до 15. Тут небольшая погрешность есть. Ну, видим, что выходной сигнал начинает резко расти в тот момент, когда наш входной сигнал приближается к... Напряжение на входном сигнале приближается к напряжению, опорному напряжению. Вот. Как-то так. Теперь покажем придаточную характеристику. Запустим. Опять выберем вот эти вот значения. Вот, здесь тоже видно, как наш вот, выходной сигнал. Это входной сигнал и выходной сигнал. Входной сигнал линейно растет. Вот. И значение выходного сигнала начинает резко убывать в тот момент, когда, опять же, значение входного сигнала пересекает, вот, приближается к значению опорного напряжения. Да, опорного напряжения. Теперь мы сделаем вот тут, вот тут. Сейчас так. Добавим источник питания, постоянное питание. Да. Так, поставим здесь вот что-нибудь там. Ну, давай, три. Да. Сейчас дорисуем схему. Так. И снова запустим. Сейчас мы посмотрим. Да, пускай здесь так будет. И снова запустим вот наш анализ. Временную характеристику покажем. Вот так. Вот. Видим теперь, что значение... Ну, опять же, значение входного сигнала у нас синусоидальное, вот. И выходное значение, вернее, как сказать. График. Ну, пускай будет значение, да, выходного сигнала тоже растет у нас теперь. Сначала у нас оно положительное, и значение выходного сигнала, вернее, значение входного сигнала у нас идет сначала отрицательное, значение входного сигнала положительное. Положительное. Да. И опять же, как только у нас входной сигнал начинает приближаться и пересекать значение опорного сигнала, вот напряжение опорного сигнала, вот мы задали 3, здесь оно равно 3, то в этот момент значение выходного сигнала резко начинает уменьшаться до, ну, обратного его значения, по сути, вот 15 здесь примерно и вот минус 15. Сейчас придаточная характеристика, да, а, уже да, за 3. Да, сейчас точно забыл. Так. Так. Вот наша характеристика. Здесь, в принципе, по сути, то же самое, по идее. Единственное, ну, значение, вот, вот эти вот у нас. Вот, ну, опорное напряжение теперь уже 3. Да. Ну, 3, да. И здесь то же самое получается, вот у нас от 15 до минус 15 изменяется на выходном сигнале. Вот, вроде бы так. Давай. А теперь покажем вам схему нашу. Вторую. Да, сейчас вторую схему. Вот. На... Вот. Это, по сути, тот же самый компаратор, но он уже работает на специализированной микросхеме, который называется LM-109. Да.
У нее теперь, в отличие от предыдущей микросхемы, сейчас покажем. Временная характеристика, да? Да, это временная характеристика. Вот, у нее дискретный диапазон частот уже на выходной сигнал. Опять же, видим, что входной сигнал у него значение идет от 3 до минус 3, грубо говоря, а выходной сигнал, вот, у него идет здесь 84 милливольта, получается, до 5 вольт. Видим точно так же, что когда у нас значение на входном сигнале отличное от опорного напряжения, то у нас идет сначала, ну, на выходном сигнале по сути 0. Как только у нас значение входного сигнала приближается к значению опорного сигнала, у нас происходит, изменяется значение выходного сигнала на, по сути, как бы это здесь 0,1 на единицу, и потом опять, когда пересекает, опять меняется на противоположное значение, и так все время. Да, так изменяется. Теперь покажем. Так, сейчас DC. Так. Вот. Наша придаточная характеристика. Здесь, по сути, то же самое. Вот у нас дискретное значение 5 и 0, по сути. То есть 1, ну как, единичка и нолик, допустим. И значение изменяется, на входном сигнале изменяется линейно, а на выходном сигнале вот сначала идет положительное значение. Как только у нас значение на входном сигнале пересекает, скажем так, приближается к значению опорного, то у нас происходит изменение значения на выходном сигнале.